В областном центре сегодня подведут итоги международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Встречи в Новосибирске. Вечером в кинотеатре «Маяковский» торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля. Я напомню, что ленты о жизни русского человека за границей на фестиваль привезли режиссеры из 11 стран мира. Картины представляют и известные артисты. В эти дни в Новосибирске Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Борис Галкин, Елена Борзова. А Юрий Назаров и Людмила Мальцева сегодня гости нашей студии. С ними сейчас беседует моя коллега Елена Агамян. Елена, вам слово. Да, Алена, у нас сегодня в студии насколько талантливые, вот настолько и позитивные. Мы очень рады приветствовать вас в этой студии такими улыбчивыми, такими приветливыми и готовыми к разговору, я надеюсь. Скажите, да, сегодня будут подводить итоги этого международного, второго международного фестиваля «Русское зарубежье. Встречи в Новосибирске». Ну и понятно, что далеко не все участники фестиваля смогут приехать на награждение. Но, тем не менее, вы здесь, мы можем с вами поговорить. И Людмила Васильевна, и вы, Юрий Владимирович, вам тема иммиграции близка. Вот скажите, почему вы не могли пройти мимо этого фестиваля? Ты будешь говорить, как умная самая. Да, мне это не бесконечно близка эта тема, поскольку так сложилось по жизни, что я защитила диссертацию в Сорбонне как раз по казачьей эмиграции 20-40-х годов. А вы учились в Сорбонне? Да, я училась в Сорбонне на факультете страноведения. И вот эти все источники, эти все трагедии, эти судьбы у меня просто перед глазами в дневниках, в источниках, в книгах. Поэтому мне это настолько вот, знаете, до глубины души близко, и это часть и нашей истории, и нашей культуры. И низкий поклон строителям, и президенту, и Филиппу, Сергею Зайцеву, и Филиппу Кудряшову, что они взялись за эту такую непростую тему, такую больную и такую необходимую, потому что это часть нашей культуры, часть нашего мира. Людмила Васильевна, ну вот, Юрий Владимирович, скажите. Скажу. Да, скажите. Я не сам скажу, потому что артисты, они, там, говорят, ума не надо, там, уметь обезьяничать, все на все. А я скажу, как Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что могущество Российской Сибири будет прорастать. И он не только это, он нас еще успокаивает сегодня. Потому что он, умерев за 4 года до рождения Наполеона еще, он предсказал и Наполеона, и Гитлера, я думаю, авось дальше не ошибется. А он говорил так, что народ российский от времен глубокою древностью сокровенных до нынешнего века, толь многие видел счастье своем перемены, что ежели кто междоусобные и от вне нанесенные войны рассудит, великое удивление. Как? По толь многих разделениях, утеснениях, нестроениях не только не расточился, но и на высочайшей степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, турки, шведы, изнутрь домашние несогласия не смогли так утомить Россию, чтоб сил своих не возобновило. Каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку выше восстановления. Не глупый был человек Михаил Васильевич. И, понимаете, а по поводу нашего вот всего этого зарубежья и прочее. Я еще Пушкина могу процитировать. «Капитанскую дочку», помните, когда докладывали Емельяну Ивановичу Пугачеву, что там передохнут и собаки оренбургские. Да это бог с ним, пускай передохнут. Беда, как бы наши кобели не перегрызлись, понимаете? И вот мы, вот чтобы... Потому что как русский мир, русский язык, это такое еще богатство, не и богатство... Неизученное, неизведанное, и, может быть, еще не каждый не понятое, может, понимаете? Понять. Оно объединяет, понимаете? Ну вот, вот, казалось бы, враг, я не знаю, этот самый Георгий Иванов, правильно говорю? Георгий Иванов, значит, белогвардеец. Но когда в 45-м году мы, наконец, одолели без Белой гвардии, как-то справились, понимаете? И он пишет, что над облаками и веками бессмертной музыки хвала Россия русскими руками. Себя спасла и мир спасла. Сияет солнце, вьется знамя, и те же вещи, слова, ребят, не Москва, альзана, миниет. Много больше, чем Москва. Вот, понимаете, не надо нам никуда делиться, надо умнеть и не грызться между собой, как... Ну вот и вы помогаете, как боялся, и своим творчеством, стараемся. И этим фестивалем вы помогаете объединить и тех, кто здесь в России, и тех, кто за ее пределами. Да знать надо прежде. И заповедь неплохая была у Владимира Ильича. Учиться. Понимаете, сейчас цивилизованный мир что делает? Понимаете, какой удар по нашему образованию нанесли, по истории, по литературе. Вы подумайте, что они вытворяют. Вот учиться и соображать, что касается... мы едины. А что касается объединения, я просто удивляюсь, за эти крохотные дни фестиваля, они настолько насыщенно, даже меньше, понимаете, столько там и поездок, и все, и вчера.
вчера была потрясающая встреча и с Владыкой, и в духовной семинарии. То есть мы еще презентовали здесь фестиваль в Сербии, то есть какой-то объединительный момент идет. То есть фестиваль православного кино, и надо было видеть, как эти семинаристы, как они смотрели на эти жуткие кадры, там, это, бомбежки сербов. Поговорка есть. У серба три матери. Мать, которая тебя порадила, так они говорят. Мать земля Сербии, мать Россия. То есть вот параллельно. Мы едины, понимаете, вот чего работе, мы делим, чего мы дурью маемся, чего мы кровь проливаем, понимаете. Сейчас Украина с ума сошла, сдурела, что Сталин оккупант, а Гитлер освободитель. Вы из Новосибирска. Да. Новосибирск – ваша малая родина. Да. Часто как приезжаете. Малая, большая. Да, большая наша родина. Я тут говорю, как-то попал в Заельцовский парк, значит, что-то там. Ну, какое-то время у меня было, решил искупаться там. А те же украинцы, я песню сказал, «Тильки лишь на батьковщине, солодкую стае проста вода, сладкую делается». И вот милая родненькая, о, после миллионного города, чего она там в себе несет? А на губах сладко было, понимаете? А отец мой в Томске, значит, тоже говорит, плывешь по Томи, какая рот разинешь и пьешь. Вообще, понимаете? Вы же тоже сибирячка, Людмила Васильевна. Она с Томи, из Кемерово. Ну, я там очень мало жила. У меня папа фронтовик, инженер-строитель, заканчивал новосибирский строительный. А после фронта. Там. Весь израненный. Понимаете, но закончил, там всю жизнь строил еще по всей стране. Поэтому, а Юрий Владимирович, так любит Сибирь, как, собственно, я. Как он любит Новосибирск? Вы не представляете, любой момент это моя родина, это моя родина. Почему до сих пор не почетный член-то? Надо вообще исправить и почаще приезжать. Да? Творческие вечера. В следующем году, Юрий Владимирович, я скажу нашим телезрителям 80 лет. Юбилей, да. А вы все прикидывается бодреньким. Молодым и бодрым. Ну, вы не прикидывайтесь, вы такое есть. Вы снялись в фильме, который в рамках специального показа вчера был показан в Новосибирске. Рядом с нами. Что за фильм? Ой, о чем это, он? Вот это тяжелая картина. Нет, я только свои впечатления скажу. Вы понимаете, не часто люди вот так долго аплодировали и стоя, и фильм не отпускают. Вот вы знаете, до сих пор я хожу под впечатлением. Вот схватила и держит. Поэтому Илья Ильич работает. Я думаю, что каждый телезритель, каждый участник этого фестиваля, просто им необходимо посмотреть этот фильм, как и многие другие, да, которые были показаны на этом фестивале. Спасибо вам большое. Тема спасибо. Животрепещущая. Спасибо вам. Тема. Все, да? К сожалению, да.